В западной части путевого хозяйства станции Хабаровск-1 под колесами грузового состава погиб мужчина. Он бросился под набирающий ход поезд, похоже, специально. Во всяком случае, на эту мысль наводят обстоятельства трагедии. Незадолго до ЧП мужчина, на вид которому 40-45 лет, был замечен у грузового терминала вокзала. Его тут видели не только грузчики, обрабатывающие почтово-багажные вагоны, но и приехавшие получать отправление люди. Непритязательно одетый горожанин находился тут в обществе какой-то женщины. У свидетеля сложилось впечатление, что между ними имел место какой-то конфликт. Он вот здесь вот проходил, он там на траве падал, валялся пьяный. А он один был или с кем-то? Девка еще была и ребенок. Женщина с ребенком ушли, а мужчина обошел стоящие у перрона вагоны и двинулся в сторону улицы Ухтомского, поперек рельсов. Невзрачная персона еще раз привлекла внимание очевидцев благодаря протяжному гудку локомотива. Обернувшись на явно тревожный длинный сигнал, люди увидели, что едва тронувшийся состав экстренно тормозит. К тому моменту мужчина уже лежал в колее. Выскочившие из кабины локомотива железнодорожники на всякий случай вызвали скорую помощь, хоть сбитый уже не подавал признаков жизни. Но он только разгон, только на начал набирать поезд. Ну сколько примерно километров в час? Километров 10-15, не больше. 10-15, да. Он очень тихо ехал. Именно эта деталь и заставляет думать, что вряд ли это был несчастный случай. Не заметить надвигающийся со скоростью бегуна состав, в упор ревущий гудком, невозможно. Личность погибшего установлена. Это хабаровчанин 1954 года рождения. Известно, что у него имелась гражданская супруга. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Кошелева и Степан Симонов.